Давайте возьмем под контроль каждый неэффективно используемый клочок земли, богатейшей земли мира. И если это не делают собственники, владельцы, арендаторы, государства, муниципалитеты, давайте эту землю отдадим нашим гражданам, заслуженным гражданам, нашим защитникам, ветеранам и так далее, так далее. Потому что сегодня при таком богатстве колоссальном, а землю не могут получить ни многодетные, ни ветераны, ни учителя, ни врачи, без мытарств, иногда без мзды. Ну, это же безобразие.